Ход выборов в Одесском регионе мало чем отличался от происходящего на избирательных участках в стране в целом. И на юге, на севере области все комиссии и участки отработали дисциплинированно и практически без срывов. Результат в разных районах области оказался практически идентичным. Владимир Зеленский набрал в 5 раз больше голосов на юге страны, чем действующий президент Петр Порошенко. Если говорить о предварительных результатах, то расстановка сил порядка 82% за Владимира Зеленского против 17% за действующего президента Петра Порошенко. Порядка 1% бюллетеней было признано недействительными, что в целом отображает ситуацию по стране. Ну и можно сказать, что каких-либо явных нарушений не было отмечено, везде выборы были признаны состоявшимися. В Одесской Бессарабии также прошло все законно и без скандала. В первом туре Арцизский район показал едва ли не лучшие показатели поддержки президента в Одесской области. В этот раз повторить результат не удалось. Местное руководство отмечает, что Петр Порошенко не добрал голосов, в том числе и из-за решения избирательного штаба о срочной организации соцвыплат аккурат к выборам. Эти вот все сетки, я не знаю, может это они организовывались в том плане, как они там. Я думаю, что это было больше антипиарыш для Порошенко, чем... Понятно, что там центральный штаб организовал, там активистов и так далее, но такой ни подкупа, ничего такого точно не было.